Орбиты Нептуна и Плутона пересекаются, поэтому эти планеты по очереди являются самыми далекими планетами от Солнца. Сейчас Нептун находится ближе к Солнцу, чем Плутон. О последней открытой планете нашей системы известно очень немного. Космические аппараты рядом с Плутоном не появлялись, поэтому данные о планете получены наземными способами. Плутон меньше земной Луны и состоит из камня и льда. Он находится в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Слой атмосферы на Плутоне очень тонок, и зимой она, скорее всего, примерзает к поверхности. Солнце с Плутона выглядит очень яркой звездой. Плутон отделяет от его спутника Харона менее 20 тысяч километров, и они скорее похожи на пару планет-близнецов. Диаметр Харона всего лишь вдвое меньше диаметра Плутона. Время оборота вокруг своей оси Плутона и Харона совпадает, поэтому они всегда обращены друг к другу одной и той же стороной. Плутон недавно прошел свой перигелий, и американское агентство по аэронавтике и космонавтике НАСА планирует запуск космического аппарата к этой до сих пор неизученной планете.